المسائل الثلاثة. Три вопроса. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. Первый вопрос о том, что Всевышний Аллах нужно признавать его единственность в господстве и в именах и атрибутах. نعم. المسألة الثانية. Второй вопрос. أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعبد ولا يعبد أحد مع الله سبحانه. О том, что обязательно нужно поклоняться только Аллаху и никому не поклоняться наряду с ним. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان. Аллах سبحانه وتعالى недоволен тем, чтобы предавали ему сотоварищей в поклонении, кем бы то он ни был. لا نبي. Пророком. ولا ولي. Или праведником. ولا جني. Или джинном. ولا صالح. Или праведным человеком. نعم. المسألة الثالثة. Третий вопрос. كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ Как мы должны взаимодействовать, относиться к немусульманам? الآن هل نفرق بين اليهود والنصراني؟ هل هناك فرق بين اليهود والنصراني؟ Должны ли мы проводить разницу между иудеем и христианином? نعم. Да. اليهودي له معتقد وله عبادات والنصراني له معتقد وعبادات حتى له هيئة في اللباس. Да, иудея у него свои убеждения и свои виды поклонения, и у христианина у него свои убеждения, свои обряды поклонения, даже есть отличия в одежде. И поэтому мусульманин обязательно должен отличаться и от иудея, и от христианина. Во-первых, в своих убеждениях, в своих словах, речах. Говорить должен он, я мусульманин. Я не иудей и не христианин. في الجوارح في العمل لا يمكن أن يكون مع اليهود والنصارى في عباداتهم في أعيادهم. В действиях своих органов, в деяниях должен отличаться от них. Не должен быть вместе с иудеями в их обрядах поклонения и участвовать в их празднествах. نعم. هل معنى هذا أنني لا نفي لليهود والنصارى بالعهود؟ Означает ли это, что мы не должны соблюдать договоры, которые мы заключаем с иудеями и христианами? نفي لهم بالعهود. Нет, мы должны соблюдать договоры. Не должны покушаться на их жизнь или как-то оскорблять их или забирать их имущество. Но вместе с тем мы не должны соучаствовать вместе с ними в их празднествах, в их обрядах поклонения, в их одежде. Мы должны призывать их к Аллаху, это обязательно. Мы должны желать им блага. Во-первых, это, конечно же, вхождение ими в религию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-муслим ла ягуш аль-кафир. Мусульманин он не обманывает неверующего. يقول له هذا الطريق مخالف حتى لما أمر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. Он откровенно говорит им, что этот ваш путь, он противоречит тому, даже тому, на чем был Муса и Иса. ولابد أن تدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أنت في النار صلى الله عليه وسلم. Мы должны сказать ему, ты обязательно должен войти в религию пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. والله أعلم.